Итак, сегодня вы получите информацию, которая 100%, вот я говорю это с тысячной уверенностью, пригодится абсолютно каждому человеку, который живет независимо где и сколько. Зовут меня Олеся Селезнева, для тех, кто со мной еще не знаком. Я, конечно же, являюсь партнером компании «Армель». Сама живу в городе Оренбург. И сегодня с большим-большим удовольствием поделюсь с вами той информацией, которой владею сама, которая помогла мне несколько лет тому назад изменить свою финансовую ситуацию, и, соответственно, вы дальше решите, что вам, собственно, с этой информацией делать. Тем временем вижу, подсоединяются к нам разные города. Добрый вечер, город Клинице. Даже честно не слышала, где такой город находится. Вообще, знаете, очень люблю географию узнавать, именно путешествия по разным уголкам. Клинцы, прошу прощения, всем привет из Брянска, это Брянская область, замечательно. В Брянской области еще не была. Привет из Новозыбкова, город Сердобод. Слушайте, отличная география, я всегда, когда вижу какие города подключаются к нашим конференциям, меня прям захватывает такое чувство, очень приятное. В первую очередь, сегодняшняя информация будет адресована для тех людей, которые еще не являются партнерами компании «Армель», которые, возможно, сегодня присутствуют на этом вебинаре впервые. Может быть, они уже слышали эту информацию, но еще не до конца переварили, осознали. И тем даже лучше, потому что информация лучше ложится там на третий, пятый раз. Это вот тоже говорю из личного опыта. Если есть у нас сегодня такие гости на мероприятии, вы, пожалуйста, откликнитесь. Вот, мы вас поприветствуем отдельно. И, соответственно, собственно, вся информация сегодняшняя, она в большей степени будет посвящена вам. Вот. Если вы новичок, поставьте, пожалуйста, плюсик. Вот. Ну, гость, да, еще не зарегистрированный партнер компании «Армель». Всем привет! Тема нашей сегодняшней встречи, она вот на сегодняшний день наиболее актуально. Сейчас объясню свою мысль. Ну, во-первых, смотрите, у нас начался 2022 год. Он начался для многих очень неожиданно, очень быстро, да, для кого-то экстремально жизнь нам готовит какие-то новые условия, под которые нам порой нужно подстраиваться, и согласитесь, что начало каждого нового года человек обязательно себе что-то загадывает, да, ставит себе какую-то цель. У него появляются какие-то мысли, желания, да, что-то в жизни изменить, может быть, поменять работу, может быть, заняться чем-то другим вообще. Я вот, например, следя за друзьями в Инстаграм, увидела, что некоторые оставили в работу найме и открыли там, ну, какое-то свое дело и так далее. И согласитесь, что начало года – это как раз-таки самое время что-то в жизни менять. Да? Кто-то ставит цели себе на лето, да, на каким-то способом заработать, допустим, на путешествие, да? Кто-то, наоборот, ставит планы себе, закрытие каких-то финансовых дыр и так далее. Есть такое? Согласны со мной? Поставьте, пожалуйста, пятерочки, кто на одной волне и со мной и действительно согласен с этим. Да, вот, конечно, пошли пятерки, то есть ну вот на сегодняшний день это просто одна из актуальнейших тем. И смотрите, желание можно загадывать так. 21 год был для меня хорошим, уверена, 22 будет еще лучше. Либо
Ох, 21-й год был прям вот, ну, не очень положительным. Черная полоса, тут различные там локдауны, болезни и так далее. Уверена, что 22-й год будет не таким. То есть, о чем я хочу сказать? Как правило, мы ставим перед собой какие-то финансовые цели, планы, да, может быть, там. Но это не обязательно может быть финансовая цель, это может быть высвобождение времени там, для семьи и так далее. Мы, как правило, ну, произнеся такие слова, не говорим что-то конкретное. Мы живем с вами в такое время, когда у нас перед глазами должен быть четкий финансовый план, потому что сегодня, опять же, да, учитывая момент времени, мы уже не можем рассчитывать на там государственную поддержку, там на пенсии и так далее, а мы живем во время информационных технологий, и для того, чтобы не быть бедным, да, будем так это говорить, у нас должен быть четкий финансовый план. Но вот по-другому никак. Мы четко должны осознавать, в каком направлении мы двигаемся, какой это может быть финансовый приток. Согласны со мной, что сегодня уже нельзя думать, что я отучился, у меня есть престижное образование, я устроюсь на хорошую работу. Или же, даже если вы предприниматель, сегодня очень сложно определиться с правильной нишей, да, рассчитать, вот, а где будет лучше, удобнее заработать и так далее, а не будет ли там спада. То есть сегодня нельзя быть просто человеком, который надеется на авось. И четкий финансовый план, он быстрее приведет вас, прошу прощения, к поставленной цели. Поставьте, пожалуйста, семерки, кто понимает, о чем я говорю. Для кого сегодняшние цели и задачи не просто слова, а именно такой, знаете, наболевший вопрос, который имеет место быть в ваших семьях. Слушайте, отлично, достаточно большое количество семерок, и это при том, что я уверена, что, ну, не все люди могут успеть. Ну, кто-то не напишет, там, кто-то не может в данный момент написать, может быть, в дороге и так далее. Но это очевидно, это актуально. И сегодня можно развиваться в разных направлениях. Вот слайд, который перед вами, да, кто смотрит с телефонов, вы можете переключить видео на слайды, чтобы вам было понятнее. На компьютере, в принципе, открывается оба окошечка, да. А вот следующий слайд как раз-таки приведены примеры, что, в принципе, я вам сейчас донесла эту мысль, да, как можно создать доход от 100 тысяч рублей в месяц. Смотрите, почему сумма от 100 тысяч рублей? Потому что, ну, в среднем вот наши с вами зарплаты в регионах, да, они колеблются там от 15 до 30 тысяч, да, и, как правило, почему человек ищет какие-то дополнительные возможности? Потому что их финансовые затраты, то есть финансовые риски, о которых мы говорим сегодня, они гораздо больше, нежели того дохода, который человек может получить. И тогда человек рассматривает для себя какие-то дополнительные возможности. Либо он устраивается на другую работу, либо он увольняется и меняет сферу деятельности и так далее. Но, допустим, если человек там в среднем получает. А, у нас у девушек 12-15 в городе, да. Ну, я такую среднюю цифру называю, да, потому что здесь могут быть и московский регион, где гораздо больше этот процент. Ну, в принципе, да. И если мы говорили бы о сумме меньше, например, там в 10-15 тысяч,
то, возможно, эта цифра сегодня, она бы вас не замотивировала. Поэтому мы ставим сразу такую более глобальную цифру, которая действительно дает ощущение финансовой свободы. То есть мы не говорим сегодня о маленьком доходе плюсом 5, 10, 15 тысяч рублей, которые бы не мешали абсолютно любому человеку. Вот вы сегодня будете часто слышать фразу, что это абсолютно подходит любому, что это бы не помешало абсолютно любому человеку, потому что, ну, согласитесь, дополнительный доход в виде 5, 10, 15 тысяч рублей всегда можно пристроить, даже начать инвестировать там на свою старость. Ну, согласны, да? Вот, поэтому мы берем глобально цифру, которая приведет нас к той самой финансовой свободе, когда мы не будем думать, ложась вечером спать, боже мой, а что я буду делать завтра, как же мне уменьшить, допустим, кредитную нагрузку, ведь, ну, я уверена, что кредиты есть абсолютно, ну, наверное, у каждого человека, только кредиты могут быть как правильные, которые работают в плюс, да, то есть можно взять кредит, ну, например, вы купили квартиру и сдаете ее в аренду, то есть вы покрываете кредит, и она вам приносит еще деньги, да, а можно пассивный кредит взять, например, когда вы берете кредит, а вам денег не хватает на его оплату, и тут начинаются крысиные, мышиные, как хотите назовите, бега. Так вот, то, что вы видите на слайде, устроиться на работу, освоить ремесло, организовать бизнес, инвестировать – это все категории, где как есть свои плюсы, но в большинстве случаев это большие минусы, потому что если мы осваиваем новое ремесло, нам нужно время, деньги на то, чтобы переобучиться, и не факт, что переобучившись там на другую профессию, мы сразу же нашли реализацию себя и начали зарабатывать хорошие деньги. Если мы организовываем бизнес, здесь вообще гораздо сложнее, потому что нужно найти нишу, которая сегодня актуальна, и это, ну, очень сложно. Вот, ну, подумайте, чего сегодня нет на рынке, чем бы вы так сильно могли удивить человека и сказать, что все это ноу-хау, и сегодня я стану миллионером. Более того, когда мы открываем традиционный бизнес, как правило, этот бизнес начинается с вложений. Начиная от банального площади, допустим, людей, да, которые будут оказывать какую-либо услугу или там продвигать ваше дело, да, и также вложение в какой-то определенный товар. Согласны? Опять же, кто согласен с этим, поставьте, давайте, наверное, что у нас, пятерки были, семерки были, восьмерки. Вот, еще подсоединяются люди. Всем добрый вечер, кто присоединяется. Приветствуем всех новичков. Сегодня получаете просто колоссальную информацию, с которой вы сегодня не сможете спокойно спать. Это я вам вот точно обещаю. Вот. Вот последний пунктик инвестирования мне очень нравится, потому что действительно инвестировать – это круто, но здесь я не имею в виду какие-то, знаете, финансовые мыльные пузыри, где говорят, вложи 100 рублей, через год получишь миллион. Более того, я категоричный противник таких вещей, но по незнанию и по неопытности люди часто попадают в такие ловушки. Я именно за правильное инвестирование в виде, допустим, коммерческой недвижимости. Это могут быть даже вложения там на биржу, но здесь тоже нужно знать. А самое главное, нужно иметь те деньги, которые вы будете инвестировать. И вот сегодня как раз-таки моя задача, чтобы вы действительно услышали меня и использовали ту возможность, которая, как я уже сказала, когда-то, несколько лет назад привела. Я не хочу сказать, что я полностью на 100% довольна сегодняшней ситуацией жизненной, но здесь момент, да, одному не хватает на хлеб, а другому не хватает на хлеб с икрой, да. То есть здесь у людей будет достаточно разная мотивация, и, конечно, я тоже
в Новый год, в месяц январь, мы со своей семьей прописывали себе вот эти вот финансовые цели, но именно с той точки зрения, опираясь на финансовый план. То есть с помощью какого инструмента, какой ниши, каким образом мы, собственно, этого достигнем. Потому что человеческие потребности, они растут. И сегодня, если говорить о том результате, который дала компания Арме для нашей семьи, могу сказать, что за 4 года сотрудничества с компанией мы смогли как раз-таки вот этот пункт инвестировать. Мы смогли инвестировать, пока это недвижимость, но это были деньги, заработанные в компании Арме. Понимаете, почему я это вам говорю? Не для того, чтобы сказать: смотрите, какая крутая, давайте все ко мне. Абсолютно нет. Это я вам говорю о том, что сегодня та идея, та компания, тот бренд Армель, о котором мы говорим, это действительно мощный инструмент в ваших руках. И вы сейчас поймете, почему. И я вас просто призываю, обратитесь прямо сегодня же к тому человеку, который вам дал ссылку вот на это мероприятие, чтобы принять дальше прям вот окончательную жирную точку, либо уже сказать: все, я, оказывается, должна была еще вчера принять это решение, и уже завтра я хочу начинать действовать. У кого зачесались ладоши? О чем мы будем говорить? Да, и это очень-очень круто, полностью согласна с Артемом. Итак, смотрите, мы сегодня говорим о большой торговой марке Армель. Это мега потрясающий крутой бренд. И здесь опять я в очередной раз говорю, это бренд, который подходит абсолютно каждой семье. Даже не то, что подходит, он нужен в 90% случаев каждой семье. Почему я говорю 90%, а не 100%, потому что я абсолютно адекватный человек, адекватный предприниматель, который понимает, что человеческие потребности, они сильны. И сегодня, да, не любой человек скажет: все, да, я хочу только Армель, все другое из дома я выкидываю. Но та ниша, в которой мы работаем, те направления, которые мы развиваем, повторюсь, они подходят абсолютно каждому человеку. Это бренд, который развивается в России уже 5 лет. И вот здесь у меня просто сейчас дух захватывает, потому что, с одной стороны, я, который мы, в принципе, все с вами владеем, и этого уже достаточно вот так, для того, чтобы понять, что нужно находиться в этой компании сегодня, в этой индустрии, в принципе, но мы находимся на такой, знаете, исторической нотке, когда через пару месяцев произойдет такое мега-мега-масштабное компания Армель. Это ежегодное событие, называется оно премиум, где, в принципе, знаете, вот будет такая некая историческая черта. И то, что мы сегодня говорим, о чем сегодня, это уже, представляете, войдет как бы чуть-чуть в историю. И, соответственно, будет еще мега круче. Вот я сейчас говорю, а у меня прям вот мурашки бегут. Наверное, меня сейчас поймут только партнеры, да, которые уже являются партнерами компании Армель, уже, допустим, там не первый месяц сотрудничают и понимают действительно этику компании, честность компании, и понимают, куда она, собственно, движется и к чему идет. И вообще, друзья, могу сказать, что сейчас отказываться от индустрии сетевого маркетинга в принципе неразумно. В принципе неразумно. Слава богу, сейчас нет таких людей, которые говорят там: фу, сетевое это плохо, это финансовая пирамида и так далее, хотя определенный процент людей, конечно же, здесь заложен, но в целом, опять же, помните, я вам говорила, сейчас нельзя мечтать, не имея перед собой финансового плана. Точно так же сейчас нельзя отказываться от той системы продвижения, в которой мы живем. Вот представьте, если бы вы, порядка там, 10 лет тому назад отказались от мобильных телефонов. Вот отказались от слова совсем. Вы бы сказали: нет, я остаюсь там, имея такой телефон, который на шнуре, и вообще ничего.
Да эти люди сегодня просто оторваны от цивилизации, потому что с помощью телефонов мы не только совершаем звонки, мы совершаем покупки, мы ищем какую-то информацию, да? И, ну, просто глупо было бы на месте этих людей отказываться от мобильной связи. Вот точно так же, друзья, сегодня глупо отказываться от той системы продвижения, которая хотим мы или не хотим, но она не то, что входит в нашу жизнь, она просто врывается. Она просто врывается. И если мы сейчас отказываем себе и не принимаем эту систему, не подстраиваемся под это время, поверьте, нам будет очень с вами сильно тяжело. Да, 15 лет отказывались от интернета, совершенно верно. А теперь, когда вот недавние, да, события отключения интернета в Казахстане, все, коллапс, да, как жить дальше, понимаете? Поэтому вы должны четко понять и выкинуть вообще из своих голов, если у вас еще есть такое, что вы что-то навязываете, что интернет-магазин там и так далее. Ребят, обратите внимание, что сейчас уже, вот обратите внимание на пункты выдачи, там те же Озон. Когда были праздники, они были просто перезагружены работой. Почему? Да потому что большинство людей покупали подарки, да, и заказывали напрямую от каких-то производителей. Они покупали в интернет-магазинах. Посмотрите даже на магазины продуктов. Люди уже не ходят в магазин. Они заказывают из того же там гипермаркета продукты на дом, правильно? Сейчас больше людей там Сбермаркет возят доставку и так далее, там Яндекс.Еда и так далее. Придет время, когда мы просто откажемся от той системы, когда мы приходим в магазин, смотрим на полки. Ну, может быть, не стопроцентно, но в большинстве случаев это будет так. Вот. И, соответственно, ту систему продвижения, которую мы продвигаем, предлагаем сегодня вам, отказываясь от нее, вы отказываетесь себе. Так же, как это было с интернетом, с мобильными телефонами и так далее. И если мы говорим о изменении финансовой составляющей нашей жизни, это один еще из мощных инструментов, который может увеличить ваши доходы, ну, не в десятки даже раз, а в сотни тысяч рублей, понимаете? Я не говорю об этом просто так, потому что я что-то заучила и так далее. Я человек не теоретик, я человек практик, и на своем опыте я прошла от тех цифр, когда у меня в первый месяц был доход 6 тысяч, на следующий месяц он был 79. И плюс еще продажи. То есть от 6 тысяч и потом резко 100. И вот здесь я поняла, что я ни на какой работе, ни на каком бизнесе, ни на какой бирже не увеличу так быстро свой доход. И именно поэтому я сегодня с таким эмоциональным рвением, я не знаю, чувствуется вам это через экран монитора, но я вот просто хочу достучаться абсолютно до каждого, что ни в коем случае, ну сейчас просто убийственно отказываться от предложения, которое дает компания Армель, и не развиваться в индустрии сетевого маркетинга. Это просто убийственно. Вот, пока я говорила свое такое масштабное видение, вы наверняка успели прочитать на слайде, что Армель это крутой бренд, где он развит, сколько у нас уже достижений. Я не буду на этом заострять внимание, читать вам слайд, потому что есть еще масса вообще информации, которую я вам должна донести. Итак, что в принципе вы должны понять, что Армель это тот бренд, который привносит ценность в принципе в жизнь любого человека. И если вы сегодня не задумываетесь о каком-то большом бизнесе пока, то этот бренд поможет вам в принципе, просто экономить, пользоваться крутым продуктом отличного качества, то есть
уже отчасти улучшить свой образ жизни, да, то есть сменить, допустим, масс-маркет на товары премиального качества, причем покупая эти товары по цене того самого сегмента, к которому люди привыкли. Согласитесь, это крутое предложение, когда вам предлагают сменить качество, но при этом денег вы больше не тратите. Более того, вы еще можете приумножить свой кошелек, как минимум в том, что вам будет возвращаться кэшбэк. Чуть позже мы сейчас поговорим об этом. Поэтому продукты Армель абсолютно подходят тебе, абсолютно подходят твоим друзьям, знакомым и так далее. И значит, Армель, еще раз убеждаемся, что это абсолютно крутой бренд, да? Вот, не подумайте, я не зомби, я просто действительно переживаю те моменты, которые уже пережила и которые будут. У меня 1000% доверие к компании, потому что я знакома непосредственно с руководством компании. Это Вячеслав и Яна Демидовы, которые от идеи воплотили эту компанию в такую мега-мега-мега масштабную. Я напрямую знакома с директором по маркетингу Александрой Шудеговой, благодаря которой сегодня так колоссально происходит развитие сети, логистики, продукции и так далее. И по сей день я просто благодарю Вселенную, да, что вот эта возможность, она когда-то пришла в нашу семью. Итак, на следующем слайде вы видите, в принципе, причины, а почему вам, собственно, может быть выгоден бренд, выгодна компания Армель, да? Ну, во-первых, о том, вспоминаете первый слайд, когда мы говорили, как, в принципе, можно поменять финансовую ситуацию, да, мы пришли к выводу, что есть очень много минусов. И один из них – это большие вложения, которые могут не оправдаться, да. Так вот, здесь вам не требуется вообще колоссальных финансовых вложений. Единственное, что вы будете вкладывать, это время в то, чтобы дать информацию людям. Больше никаких рисков нет. Единственный риск, почему может не получиться, вы, например, взяли продукт и не начали им пользоваться. Или вы приобрели, допустим, стартовый набор, который рассматривают люди, которые хотят хороших денег, да, о которых мы сегодня говорим, о том самом финансовом плане, и, допустим, положили под подушку и никому ничего не рассказываете. Вот в этом случае, да, есть опасность, что не получится. Других причин просто нет. Дальше. Это готовая бизнес-идея с потрясающей логистикой, с потрясающей доставкой. В то время, когда люди теряют работу, закрывают бизнесы, наша логистическая сеть растет. Мы делаем бесплатную доставку, компания Армель делает бесплатную доставку до двери. Ребят, о чем это говорит? О том, что компания развивается, о том, что у компании есть ресурсы. И если у компании есть ресурсы, вы можете осуществить свои финансовые цели и задачи. Соответственно, это бизнес, который можно совмещать с тем делом сегодня, да, который у вас уже есть. А почему об этом я говорю так уверенно? Да потому что немногие люди будут готовы прямо сегодня, здесь и сейчас уволиться и полностью посвятить себя бизнесу Армель. Более того, я даже не рекомендую это делать, потому что какой-то доход на первое время, он вам в любом случае нужен. Да, сетевой бизнес – это не бизнес быстрых денег. Вспоминайте мой пример, первый месяц там 6 тысяч рублей. Понятно, что на такие деньги, ну, ни одна семья не проживет. Но в ближайшей перспективе, в перспективе 3, 6, да даже пусть 12 месяцев, выйти на стабильный доход от 100 тысяч и более, ну, по-моему, это круто. И если вы выходите на доход от 100, я уверена, что вы с легкостью сможете оставить вашу основную, допустим, работу в найме, которая сегодня вам, ну, дает там те же 15, 20, 30 тысяч рублей, о которых мы тоже говорили ранее. Вот.
Собственно, в компании 10 видов дохода, и сейчас мы быстренько прям про ним промчимся. Цель сегодняшней презентации не сделать вам там какой-то разбор маркетинг-плана и показать все детально в цифрах, а дать вам именно картинку видения, картинку осуществления ваших поставленных задач в том, чтобы вы поняли, что действительно в ваших руках инструмент, который приведет вас туда, куда вы именно хотите. Опять же, почему? Потому что мы имеем очень крутой, качественный, востребованный товар. И, соответственно, давайте уже перейдем, с помощью какого товара, почему он так всем подходит, почему я так много о нем говорю. И первая категория продукции – это, конечно же, в целом, вы видите, что у нас несколько направлений. Это парфюм, это кофе, это товары для дома, товары для красоты и направление wellness, тут и функциональное питание, и, соответственно, уход за кожей, за телом и так далее. Сейчас буду ускоряться, потому что слайдов по продукции много, но, повторюсь, опять же, у меня нет цели вам сделать там обучение по продукту или обучение по маркетинг-плану. Для этого обязательно вы сегодня обратитесь к тому человеку, который дал вам ссылку на сегодняшнее мероприятие, пригласил в качестве гостя, и вам уже донесут более подробную информацию, либо ответят уже на ваши вопросы. Соответственно, одно из самых моих любимейших направлений – это парфюмерия. Почему? Ну, потому что я, во-первых, девочка, и я жизнь без парфюмерии не представляю. Вообще все, что нас окружает, согласитесь, оно связано с запахами, да? Запах весны, запах чистого белья там, и так далее. Ну, все окружено запахами в принципе. И согласитесь, что парфюмерия – это сегодня не роскошь, а парфюмерия – это сегодня некий аксессуар, без которого современный человек просто не предполагает выхода на улицу. Вот поставьте, пожалуйста, десятки, кто согласен со мной, что если мы при выходе из дома не наносим пшик духов, то уже мы чувствуем себя как-то не в своей тарелке. Слушайте, огромное количество десяток, это вообще круто, нереально. Тем самым вот сейчас гости, да, которые присутствуют, вы посмотрите, с каким продуктом мы работаем. То есть если этот продукт нужен большому количеству, пусть даже партнеры, да, сейчас пишут, то в вашем окружении по-любому есть 3-5 человек, которым нужен этот продукт. Согласны? И что мы предлагаем людям? Мы не предлагаем покупать людям те самые вот понты, те самые бренды, за которые мы переплачиваем 80% цены, а мы предлагаем номерной парфюм, где ароматы выполнены в стиле очень классных, коммерческих, продаваемых ароматов, но в цене это 3-5 раз дешевле. И любой человек, согласитесь, когда вы ему предлагаете, смотри, понюхай, протестируй. И он говорит, слушай, а это похоже вот там на то-то, то-то, то-то. Ты говоришь, да, похоже, но это новый бренд, который только-только начинает свой путь. И скажи, пожалуйста, за сколько ты покупаешь свой аромат, да? А человек говорит, в среднем, согласитесь, в среднем 5000 рублей, да, сейчас вот в магазинах парфюм, и то 30 миллилитров, у нас 50 миллилитров, а вы ему говорите, слушай, без потери качества ты бы стал покупать у меня парфюм за 1500 рублей. Человек говорит, конечно, да. И чем еще классно направление парфюмерии, это легко, потому что это продукт, который легко предложить, который не требует навязчивости и который можно презентовать буквально за полминуты. Как? Да просто сделать один простой пшик. Нанести человеку и сказать, послушай, нравится, не нравится. Если тебе не нравится конкретно этот аромат, в моей коллекции больше 60 ароматов, давай подберем, давай я тебе сделаю аромаподбор.
И, в принципе, это тот продукт, с которого бизнес начинался 5 лет. У нас 5 лет тому назад была только номерная парфюмерия, только 57 наименований, и не было больше ничего. И даже одно вот это направление смогло позволить ну, нашей семье выйти на тот уровень вот финансовой независимости, от которой я вам говорила, да? Ну, пусть будет это сегодня цифра от 100 тысяч и выше. А вот выше это уже идет от ваших амбиций зависит и так далее. Вот, потрясающее, потрясающее направление. Экономите сами, рекомендуйте в легкой форме, потому что мало людей, которые любят что-то продавать и навязывать, согласитесь. Вот парфюмерия – это один из тот продуктов, который не нужно навязывать никому. Следующий момент. Потрясающее направление. Я не знаю на сегодняшний день, что мне больше нравится, парфюмерия или кофе, но о кофе я могу говорить очень долго. А лучше об этом направлении не говорить, а просто открыть дрип-пакет и выпить чашечку кофе. Почему? Ну, давайте поставим в чате плюсики, кто сегодня хоть одну чашечку кофе, но выпил. Поставьте, пожалуйста, плюс, кто сегодня пил кофе. Тем самым мы с вами убедимся, насколько актуален продукт в виде кофе. И здесь потрясающее большое количество плюсов. И опять мы сходимся на том, что кофе – это просто мегапродукт. Это, во-первых, тоже эмоция. Плюс кофе, ребят, это второй рынок по потреблению, ой, по доходу после нефти. Представляете? Это золотая жила просто. Следующий момент. Культура потребления кофе сейчас в городах растет. Согласитесь, если несколько лет тому назад на прилавках магазинов лежал кофе 3 в одном пакетике, сейчас мы в большинстве случаев видим открытие кофе-лайк, кофе с собой, стопроцентная арабика, большое количество кофемашин, зернового кофе в магазине. Согласны? Сейчас сварила чашечку. Круто, круто, Елена. Это классно. Соответственно, мы не только представляем людям классный кофе. Это еще и классная технология, когда если у человека нет под рукой кофемашины, турки, мы предлагаем вот такую вот технологию дрип-пакета. Вот сейчас я вам в руках, ну, надеюсь, видно, да, дрип-пакет. И здесь стопроцентная молотая арабика. Пошел неимоверный аромат. Я, наверное, сейчас тоже побегу после презентации за кипятком, потому что я не могу не устоять и не выпить чашечку кофе. Хотя, наверное, на вечер надо уже выпить. Очищение второй этап, да? Сейчас Янина бы мне кажется, написала, наш лидер. Вот. Соответственно, смотрите, вот эта технология, она позволяет с помощью пролития кипятка, то есть делается вот такой вот дрип-пакет. Есть кнопочка 2, то есть нажать, и мы делаем вот такой вот стаканчик, который подходит абсолютно под любой стакан. Он проливается кипяточком, сюда добавляется кипяток, и вот такая вот технология позволяет наслаждаться свежесваренным, вкусным, ароматным, еще и полезным кофе, потому что в нашем кофе содержится гриб рейше. Как будто бы вам сейчас этот кофе сварил профессиональный бариста. Почему так происходит? Да все очень просто, потому что продуманная технология производства этого кофе, вернее, самой технологии, это Россия, это город Новороссийск, и мы с супругом были на производстве, видели все это, все машины, сверхсовременное оборудование. И почему кофе полезный? Да потому что вот гриб рейши – это очень мощный антиоксидант, в нем очень много витаминов и микроэлементов, а согласитесь, сегодня тема здоровья, повышение иммунитета, она актуальна абсолютно для каждого человека. И, соответственно, мы имеем возможность не просто наслаждаться вкусным, ароматным кофе, но еще и полезным. То есть привычка пить кофе, она становится еще и полезной. Кроме того, мы дольше остаемся молодыми, энергичными и здоровыми. Ребят, вот здесь можно было бы закончить презентацию и сказать вам и этих направлений вот так.
Согласна, да? Потому что, ну, и на духах можно стать миллионером. Кто не пользуется вдруг по каким-то причинам ароматами, вот вам, пожалуйста, кофе. Но у нас еще, помимо кофе, я просто смотрю, как неумолимо бежит время. Мы, наверное, сейчас просто вот пробежимся по направлениям, по продуктам. Но я настолько их люблю, что не могу вот просто слайд вам показать и не рассказать. Но будем ускоряться, да? Смотрите, есть еще кофе зерновой для тех, кто любит прям вот помолоть. То есть для кого приготовление кофе – это целый ритуал, да? Также у нас есть направление wellness, в котором содержатся такие продукты, как зубная паста, гель для душа, шампунь, средства личной гигиены. И здесь, опять же, я с 1000% уверенностью говорю, это бренд, который абсолютно подходит каждому. У нас есть спа-коллекция, которая уже несет с собой такую эмоциональную тоже частичку наслаждения. Да? Это классная серия для подарка самому себе, близким и так далее. У нас есть направление красоты, это уход за лицом. И здесь я коротко скажу, ребят, направление красоты, оно актуально во все времена и даже кризисные. А в кризисные времена тем более, потому что все люди хотят оставаться молодыми, красивыми и здоровыми, согласны? И здесь опять мы попадаем просто в десятку. Если вы девушка, вы пользуетесь премиальным качеством, экономя при этом, ну, просто десятки тысяч рублей, вот честно вам говорю. Если вы мужчина, вы скажете, а, мне косметика там не нужна, о чем она сейчас говорит. Просто подумайте, что в вашем окружении есть 50% женщин, которым это направление абсолютно актуально. Вот, если, ну, мужчины, вот, кто партнеры Армель, вот, скажите, права я или нет. Стремно для вас иметь дело с продуктом в виде косметики или нет? И даже если вы не используете губную помаду, ее использует у вас как минимум жена, мама, сестра, а у мамы, сестры и... так, кого еще не назвала, есть подружки, и у них тоже есть там мамы и так далее, и так далее. То есть вот представьте эту цепочку. Также декоративная косметика, которая уникальна тем, что она подходит для ежедневного применения, но тем не менее она имеет такой эффект профессиональной косметики. Здесь меня поймут женщины, потому что, используя профессиональную косметику, каждый день нельзя. Потому что туда добавляется очень много синтетических компонентов, которые не просто, ну, они даже вредят коже. А вот эту косметику, ее можно использовать повседневно, при этом не вредя коже. Кроме того, декоративная косметика бренда Армель содержит еще и витамины. Вот так вот. Я пользуюсь сам, отличный продукт. Муж говорит, глупо не зарабатывать на том, чем пользуются миллионы женщин. Полностью согласна. Дневной крем шикарный. Кстати, мой супруг использует ночной крем в качестве лосьона после бритья. У него очень такая жесткая щетина, и, ну, после бритья кожа, она очень раздражается. И, в принципе, он отказался от специальных мужских бальзамов, которые он покупал раньше просто в магазинах, потому что их, ну, пока нет в Армель. Но когда он попробовал мой крем, как-то у него просто кончился бальзам, и он говорит, чем бы помазаться? Я говорю, да возьми мой крем. Он попробовал, говорит, слушай, я больше не покупаю вот этот вот бальзам, а буду пользоваться крем. А мои вопросы не видны, не читаете? Светлан, скорее всего, чат убежал вверх. Я не успеваю читать все. Большая просьба просто... продублируйте ваш вопрос, потому что уже ускоряюсь, да, хочется уложиться в час, а слайдов на самом деле еще очень много. То есть я не проигнорировала ваш вопрос, а просто, ну, вот продублируйте, чтобы я его сейчас увидела. Вот.
Также у нас есть линейка для дома, то есть все мы с вами моем посуду, стираем и так далее. Здесь уникальность в том, что это эко-продукция, то есть это та продукция, которая подходит аллергикам, которая полностью вымывается из белья и так далее. Скажите, пожалуйста, я новичок, какое преимущество Армель перед другими номерными духами, ведь их так много? Светлана, я, если бы рассматривала бренд как потребитель, я бы выбирала то, что подходит мне. Да, вокруг много брендов, но есть продукты, которые нравятся, и есть продукты, которые не нравятся. Я могу сказать за себя, я тестировала тоже различные бренды и остановилась на Армель, потому что Армель мне подходит. Она меня устраивает абсолютно по качеству и по цене. Да, есть духи, может быть, лучше Армель, но они стоят, например, 50 тысяч рублей. Я не вижу смысла, да, покупать такой парфюм, переплачивая там, ну, за какую-то там супер-мега там нотку эксклюзивности. Да, я пробовала продукты других сетевых компаний, которые были похожи, но у них цена дороже. И тогда, соответственно, смысл мне брать продукт, который такой же, но дороже. Согласитесь же, правильно? Поэтому здесь моя рекомендация, вы просто попробуйте. Вы попробуйте и для себя определитесь. То есть парфюм – это эмоция, и этот продукт вам нужен просто, должен просто нравиться. Это все равно, что сейчас, допустим, я вам скажу, у нас шикарный кофе, а вы скажете: Олеся, а я кофе не пью, я пью только чай. И я вам буду доказывать, что наш кофе самый лучший. Ну, согласитесь, это просто глупо, потому что, ну, не любите вы, или вы любите кофе без сахара, а я с сахаром. И мы вот начинаем спорить, что кофе с сахаром лучше, а вы говорите: нет, кофе без сахара лучше. Это бесполезный спор. Попробуйте, продегустируйте продукт. Если он вам нравится, пользуйтесь. Если нет, ну, значит, это просто не ваш номерной парфюм, и вы найдете для себя обязательно что-то другое. Вот. Ну, надеюсь, что я ответила на ваш вопрос, Светлана, да? Вот, мы двигаемся дальше. Вот. Про продукцию для дома я сказала, есть у нас уже направление функционального питания, что сегодня тоже очень-очень сильно актуально, и здесь, конечно, нужно разбираться в составах, вы должны понимать четко, что вы хотите от продукта, но, опять же, большое количество людей сегодня начинают заботиться о здоровье, переходить на правильное питание, заниматься спортом. И, конечно, в этом продукты линейки функционального питания, они просто-просто необходимы. Опять же, состав уникальный. Уже полученные результаты от наших клиентов, партнеров, поэтому кому это, ну, направление интересно, можно либо попасть уже на обучение по продукту, либо обратиться, опять же, к тому человеку, который вас сегодня пригласил. Елен, не смогу сегодня провести обучение, потому что это еще как минимум полтора часа по поводу функционального питания. Вот. Не совсем понимаю смысл вашего вопроса, на основе чего. Вот. Просто, опять же, если вы партнер, зайдите в личный кабинет, и вы там увидите полный состав данного продукта. Но вообще это протеиновые коктейли. В основе, конечно, протеин. Плюс антиэйдж – это коллаген, гиалуронка и витамин С. Угу. Вот, да, есть и презентация в личном кабинете, но если вы еще не партнер, соответственно, обратитесь к тому человеку, который вас пригласил, потому что я просто по времени не успею вам сегодня объяснить. И смотрите, мы с вами разобрали картинку видения, как мы сегодня можем двигаться, да, в каком направлении, как иметь в руках вот тот финансовый инструмент, да, который поможет нам изменить свою финансовую ситуацию и так далее, разобрали продукт. Вы, надеюсь, все осознали, что мы работаем с такими направлениями, которые сегодня актуальны, и цена, соотношение цена-качество, оно попадает, ну, просто в десятку. Соответственно, сейчас ваша задача понять, как это работает. То есть вы должны подумать, что
Каждая семья выделяет себе определенное количество денег на те продукты, да, о которых мы сегодня говорили. Все мы чистим зубы, моем голову и так далее и тому подобное. Вопрос, где мы это покупаем? Так вот, как минимум, что мы сегодня предлагаем? Мы предлагаем вам экономить, сменить один магазин на другой, сменить одну систему продвижения на другую. И дальше, если двигаться в сторону увеличения своих доходов, мы о чем говорим? О том, что в вашем окружении есть несколько семей, которые, так же как и вы, пользуются этим продуктом. И наша задача, развивая бренд Армель, показывая, что мы имеем классный продукт, смотри, ты его еще не знаешь, на тебе протестируй, попробуй духи, давай выпьем с тобой чашечку кофе. Человек, пробуя продукт, как правило, говорит: вау, а где это можно купить? И вы говорите, вы не увидите этот продукт на полках в магазинах, а вы сможете это купить в вашем собственном личном интернет-магазине. А если вам будет еще интересно зарабатывать на этом продукте, у нас есть уже готовая бизнес-идея, с которой обязательно мы поделимся, если вам будет интересно. Вот так это работает. Но согласитесь, сегодня каждому человеку нужен парфюм. Сегодня большинство людей пьют кофе. Кто не пьет кофе, у нас есть кофе без кофеина, кстати. Мы все с вами чистим зубы, мы моем голову, мы хотим быть красивыми, здоровыми и так далее. Направление wellness, направление красоты. Это просто кладезь вот в ваших руках. Бери, делай, не хочу. Я говорю, сегодня просто глупо отказываться от индустрии сетевого маркетинга. Ну, это просто убийственно. И еще раз повторюсь, те, кого не устраивает сегодняшнее положение вещей, кто, ну, вообще в нашей жизни происходит столько событий, жизнь сейчас так молниеносно, да, проходит, меняются какие-то жизненные ситуации, надо быть просто очень мобильным, лояльным и успеть вот в это новое время ворваться. Ведь для кого-то кризис – это все, Лёлик, все пропало, а кто-то в эти времена становится миллионерами. Вот имея в руках вот такую бизнес-идею, ребят, вы можете реально стать миллионерами, вот честно вам говорю. Вот, не успеваю читать чат. Ну, надеюсь, те партнеры, которые уже не первый год в компании, помогут мне. И если есть какие-то такие текущие бытовые вопросы, вы поможете мне ответить. Итак, смотрите, сейчас наша задача быстренько с вами разобраться, на чем же мы, собственно, зарабатываем, да? Как я уже сказала, в компании есть 10 видов дохода. Естественно, я не буду сейчас вам рассказывать о каждом прям подробно. Для этого у нас есть обучение по маркетинг-плану. И я вас обязательно приглашу на такие обучения в конце вебинара. Но чтобы вы в принципе, понимали основные моменты, это разница от прямых продаж. Но здесь я могу сказать, что не все любят продавать, но продавать такой продукт эмоционально очень легко. Мы брызнули, сказали человеку: слушай, нравится, не нравится. Он говорит: вау, крутой аромат, хочу. Вы и так предлагаете конкурентную стоимость, и с продажи одного флакона вы можете иметь от 400 до 600 рублей. Согласитесь, это круто. За 10 минут получить в карман 500 рублей, ну, назовите мне какую-нибудь профессию, где можно так быстро получить эти деньги. Оказываю услуги, даже, например, ну, актуально, да, стрижка там, за 10 минут не получите такие деньги. И, как правило, если вы не собственник бизнеса, а работаете, вы с этих 500 рублей, которые там клиент заплатит за стрижку, еще какую-то часть ну, отдадите. То есть этот доход будет не полностью ваш. Здесь плюсом можно к тому, что умеете зарабатывать от 500 рублей и выше. Продали 2 флакона, заработали 1000. Продали 10 флаконов, заработали 5. Потрясающая, классная идея. Вот. Вот Наталья написала медицина. То есть в медицине, да, можно заработать больше 500 рублей за 10 минут. Ну, возможно. То есть, возможно, соглашусь, не совсем понимаю, каким образом, да. Вот. Но, тем не менее, Армель – это не единственная возможность, и все
как говорят, мамы каждому нужны, да, мамы всякие нужны, мамы всякому нужны, также и разные профессии тоже нужны, вот. Но согласитесь, что не каждый пойдет в медицину. Меня, например, туда не затащить, а вот работать с духами и с кофе – это вообще круто. Вот. А дальше, сейл-бонус – это вот интересный вид дохода. 15 минут операции стоит 10 тысяч. Ну, я не знаю, какую операцию можно получить за, сделать за 15 минут. И, в принципе, мы давайте эту тему закроем, потому что я повторюсь, что медицина подходит не для всех, вот абсолютно не для всех, а продвижение бренда Армель подходит абсолютно для всех. И вот здесь я уверена на 1000%. Вот. Дальше, да, возврат от собственных покупок. Есть люди, которые не любят продавать, но они пользуются, допустим, там рекомендуют продукт и делают личный товарооборот от 100 баллов и выше. И вот здесь нам возвращается денежка от 600 рублей и выше в зависимости от... В зависимости от того, какой товарооборот прошел. В любом случае, когда вы приходите в магазин покупать там, не знаю, продукты, и в любом случае за месяц на там, 10 тысяч вы выбираете, вам не говорят в конце месяца, вы у нас лояльный покупатель, вот вы у нас за месяц купили на 15 тысяч рублей продуктов, вот вам 1000 рублей возврат. Такого нет. В интернет-магазине компании Армель такое есть. Дальше. Бонус за привлечение нового партнера. Когда вы попробовали продукт, убедились в его качестве, согласитесь, что каждый в жизни хоть что-нибудь когда-нибудь рекомендовал. Вы рекомендовали хорошего врача, вы рекомендовали хороший фильм, вы рекомендовали хорошего учителя. И делали вы это абсолютно спокойно, потому что вы были уверены в том, что вам это понравилось, соответственно, вы можете это сделать. Вот здесь вам за это еще будут платить. Вы попробовали духи, вам они понравились, у вас спросили, там, Светлан, а что на вас за аромат? Вы говорите, это Армель 130, а где взять? Вот там-то, там-то. И когда человек тоже говорит, я тоже хочу зарегистрироваться, получить дисконт или стать партнером компании, с каждого вновь подключенного человека в вашу сеть вы тоже получаете 500 рублей. Более того, ребят, каждый вид дохода, вот то, что я сейчас о чем говорю, все это суммируется. Вы сделали продажу, вы получили деньги, при этом у вас формируется личный товарооборот, и если он больше 100 баллов, вам возвращается кэшбэк еще плюсом 600 рублей. Это суммируется. Вы зарегистрировали нового человека, клиента в вашу сеть. Это еще 500 рублей, и это тоже все суммируется. Поэтому сегодня зарабатывать в начале, ну, построения, так скажем, карьеры от 10 до 15 тысяч, это реально уже вот, ну, в первые месяцы сотрудничества с компанией Армель. Дальше, более того, вы зарегистрировали партнера, рассказали ему о преимуществах продукта или просто дали попробовать, он сказал, классные духи, и вкусный кофе, люблю, пью этот продукт, вообще прям аж трясет меня. Человек начинает делать покупки, и за каждые его 10 баллов вы получаете 100 рублей. То есть это кэшбэк, вернее, доход, который может быть от 300 до 500 рублей. Этот бонус, он ограниченный, потому что у нас не мыльный пузырь, а у нас... компания, которая четко просчитала маркетинг-план, то есть тот самый финансовый план, да, которым я, ну, отчасти тоже имела в виду, то есть в компании он есть тоже, и здесь все просчитано. Соответственно, если у вас, ну, даже представьте, 5, 10, 15, 20 человек, которые ежемесячно просто покупают себе продукт, которым так или иначе пользуются, там, на 30-50 баллов, из каждого вы плюсом еще получаете 300-500 рублей ежемесячно. То есть за регистрацию вы получаете один раз, но за то, что человек потребляет, вы получаете каждый месяц. Ребят, я когда это осознала, я поняла, какая это просто, ну, вот бездонная бочка. И опять же, глупо сегодня отказываться от этой идеи быть в этой системе. Да, есть шанс, что у вас не получится. Ну, по разным причинам. Лень, не смогли преодолеть страх,
просто не говорили и так далее. Это, опять же, будут ваши личные внутренние тараканы. Ну, а вы представьте, если получится. Да, поэтому есть над чем задуматься. Соответственно, вот вам следующий слайд. Да, если в вашем окружении есть 5 человек, которые пьют кофе и пользуются духами, чистят зубы, моют голову, ну, это просто тема бомба для вас, тема огонь. А в их окружении тоже есть 5 человек. Мы не говорим здесь о больших цифрах, но, соответственно, да, вот даже просто 5 ваших человек, которые рассказали еще 5, не надо там глобально 100 тысяч и так далее, то уже вот на этой маленькой группе потребителей ваш доход составляет от 15 тысяч рублей. И это просто на потреблении. Мы здесь не говорим о продажах. Продажи – это плюс еще как минимум 15-20 тысяч рублей. Вот. Следующий момент. Это Андрей, я пишу и слушаю с Наташей. Ну, не знаю, что за Андрей, возможно, знакомый, но, по крайней мере, фамилии города нет, поэтому не знаю. Вот. Дальше, step-up бонус, то есть это тот самый карьерный рост в компании, который позволяет вам, придя в компанию, да, вы новичок, вы начинаете зарабатывать от там 1,5 до 5 тысяч рублей плюсом, потому что, ну, вы просто пробуете продукт, соответственно, этот доход может быть уже через 3-5, даже если двигаться вот каждый месяц по ступеньке, и даже более того скажу, допустим, вы регистрируетесь, в феврале вы закрываете 6, в марте вы закрываете тоже 6, в апреле вы закрываете 9, в мае опять 9, то есть дублируя, да, каждую квалификацию, то даже таким образом через год вы выйдете на доход от 100 тысяч рублей и больше. Вот. Ну, более подробно о том, как начисляются, да, за какой товарооборот, это мы разбираем именно на обучениях. Вот. Плюсом скажу, что есть возможность с определенной ступени, а именно когда ваш товарооборот по группе составляет 4000 баллов, то есть это примерно около 400 рублей. Группы, это не вы один купили продукцию или там продаете на 400 рублей, это как раз-таки те самые там 20-30-40 человек, которые потребляют продукт, вы уже имеете возможность от компании ездить на новом автомобиле, и компания еще плюсом будет вам доплачивать бонусы, премии в виде автопрограммы. Вот, следующий шаг. Ну, на следующем слайде вы видите чеки партнеров. Это реальные люди, которые, вот видите, да, как чек там 20 тысяч, есть 35, вот, есть и 90, и 45, и 87. То есть все, опять же, зависит от ваших целей финансовых, о которых я, в принципе, в начале очень-очень-очень подробно говорила. Кроме того, вы начинаете путешествовать, то есть перед вами уже открывается картинка другого мира, то есть вот вы смотрели в тоненькую щелку, да, в дверь, а вы взяли, открыли ее и, собственно, увидели, что мир-то он совсем другой, он интересный, и в нем есть разные люди, и все они интересные, и здесь путешествие – это не только отдых, а именно еще и рост себя, то есть когда я впервые побывала в путешествии от компании, это был 2017 год, прям буквально через год после, ну, активной работы в компании, да, соответственно, я поняла, что люди не все такие нытики в окружении, да, не у которых все плохо, и я поняла, где я хочу быть, где, каким окружением я хочу себя окружать. И, собственно, за 4 года, это было уже 4 путешествия, это Грузия, Стамбул, Израиль,
потрясающая поездка в октябре 2020 года в Сочи, и было бы еще как минимум две, но, к сожалению, те вот непредсказуемые ситуации в жизни, которые заставляют иногда кардинально что-то менять, подстраиваться под имеющие события, соответственно, вносят коррективы, поэтому несколько путешествий у нас, ну, просто не состоялось. Вот, наверняка у вас возник вопрос, а, собственно, что нужно для того, чтобы, ну, начать что-то в своей жизни менять, начать уже подстраиваться под то время и просто не упустить ту возможность, по крайней мере, на перспективу. Смотрите, нужно просто пройти бесплатную регистрацию и дальше просто активировать ваш контракт в течение месяца, даже у вас есть еще время на подумать, но, в принципе, я не знаю, о чем думать. Думать о том, что купить мне зубную пасту или нет, ну, так она, ребят, вам, ну, и так вам нужна, да, согласитесь. Купить лишний флакончик духов, позволить себе или нет, но за такую цену почему бы не позволить, да? То есть расширяйте свое видение, открывайте для себя новые возможности. Активировать контракт можно двумя способами. Либо приобрести стартовый набор, как я называю, это такой ароматный бизнес у вас на диване, да, это модный кожаный клатч, где у вас будут все актуальные ароматы на сегодняшний день, это будет доступ на вашу личную страницу, вы можете делиться ссылкой на ваш электронный магазин, и люди в своих городах будут делать покупки на дом, а вам при этом будут начисляться баллы и та комиссия, которая составляет вот эту вот разницу в продажах. Ну, просто потрясающий инструмент. Это можно делать, не выходя из дома, и вы можете это делать там, даже если вы находитесь там в глухой-глухой деревне, да, вы получите доступ к обучению, у вас будет поддержка 24/7. Ну, и скидка до 40% на все категории товаров, то есть либо вы приобретаете стартовый набор, либо вы делаете единовременную покупку на 40 баллов, то есть разные продукции захотели, там взяли кофе, ароматы, что-то из косметики, что-то из бытовой химии попробовать, вы так или иначе все равно покупали бы эту продукцию из дома, и, вернее, в дом, не из дома, а в дом, просто вы попробовали сменить один магазин на другой, вот, и дальше для себя решили, что вы хотите, остаться просто клиентом или вы хотите на этом продукте, собственно, строить карьеру и бизнес, да. И в этом месте у нас еще есть акция, можно взять функциональное питание по очень выгодной цене, вы еще получите классный шейкер в подарок, и, соответственно, это вам тоже даст статус партнера. Вот. Давайте подведем итог, потому что мы уже немножечко с вами зашли за час эфирного времени. Я понимаю, что где-то уже вечер, у кого-то может быть ночь, это семьи, это школы и так далее. Поэтому давайте подытожим, да, прям вот быстренько, о чем мы сегодня говорили. Почему этот бизнес стоит рассмотреть, почему для вас есть гарантии и почему для вас это может быть выгодно. Во-первых, это готовая бизнес-идея. Вам ничего не нужно выдумывать, придумывать. За вас работают логисты, которые изучают рынок, которые понимают, что сегодня нужно, чем можно, в принципе, удивить уже и так насытившегося клиента, да, у вас есть готовые рабочие инструменты. Все, что вам необходимо, это будет либо стартовый набор, где ваш основной есть, да, инструмент, который можно показать и который окупается буквально в первые недели сотрудничества. И более того, у вас есть современные инструменты в виде сайта. Кто сомневается, зайдите сегодня, посмотрите, какой современный интернет-магазин со всеми функциями. Какое шикарное мобильное приложение, где можно делать аромаподбор, не выходя из дома. Посмотрите и определитесь, да, для себя. Это, конечно же, система наставничества, поэтому тот человек, который вас приглашает в бизнес, в первую очередь он заинтересован в вашем результате, потому что если будет результат у вас, будет результат у него. Так устроена система, и в этом тоже есть своя уникальность.
у вас будет доступ к системе обучения. Я вас сейчас приглашу, да, на следующее событие. Вот. Это мероприятия, которые проходят в городах. Это мастер-классы, обучение, мероприятия. И, конечно же, я вас не могу не пригласить на мероприятие, которое состоится совсем-совсем скоро. Это то масштабное мероприятие, которое просто подведет жирную черту и разделит историю нашего бренда, да, на до и после. Если вы сегодня присоединитесь к компании и попадете на это мероприятие, я могу сказать, ваша жизнь изменится, ну, на 180 градусов однозначно, не говорю на 360, потому что 360 – это круг, это с чего начали, туда и вернулись. А вот кардинально изменить – это да, потому что также 5 лет тому назад события 2016 года, которая проходила, вот как сейчас помню, 22 октября, изменила кардинально мою жизнь. А если оно изменило мою жизнь, вы видите, я абсолютно простой, адекватный человек. У меня есть семья, у меня есть муж, у меня есть двое детей, которые учатся, которые спортсмены, занимаются профессиональным спортом, которые тоже болеют. И, допустим, вот сегодня, к сожалению, так получилось, ребенок заболел, высоченная температура, и подумайте, если бы я работала в найме, ну, пару таких вот звонков, что у меня болеет ребенок, мне бы сказали: слушайте, спасибо, но мы найдем какую-нибудь молодую девочку, у которой нет вот таких проблем, вот, а вам спасибо. Но тот бизнес, который сегодня у меня, он позволил мне сегодня пообщаться с людьми. В моей структуре вырос товарооборот, потому что большинство людей сегодня как минимум, ну, выпили чашечку кофе. Посмотрите масштабы. Это не какая-нибудь кофейня, где прошло 100 человек. Это может быть глобальная сеть, состоящая из тысячи партнеров, которые ежедневно будут пить, возможно, даже не одну, а 3-5 чашек в день. И, соответственно, всю вот эту картинку вы сможете увидеть, лично побывав на событии премиум 2022, но туда вы сможете попасть уже будучи партнером. Поэтому, ребят, принимайте решение, не бойтесь менять что-то в жизни. У вас нет никаких рисков, ну, просто глупо, вот согласитесь, вот от этих гарантий сегодня отказываться. Я приглашаю вас, те, кто примет сегодня решение стать партнером, и для действующих партнеров уже в этот четверг, также в 19 часов по Москве, на обучающие мероприятия, на которых вам как раз-таки будут говорить, а как человеку предложить, а как человека пригласить на встречу, а как ему позвонить, как провести переговоры и так далее. И пройдя вот такой вот курс четвергов, вы станете просто, ну, профессионалом в этой индустрии, и это как раз-таки позволит вам начать менять свою финансовую ситуацию. И как я уже говорила, если получилось у меня, получится у вас, потому что я абсолютно не отличаюсь от вас, а в каких-то моментах вы можете быть грамотнее, более продвинутее, могу уже заговариваться, вы меня простите, тороплюсь, но, в общем, вы поняли мысль, что бери, делай, ничего не бойся, это не какое-то сверхъестественное. Могу сказать, дети даже предлагают духи, здесь нет ничего абсолютно страшного. И, конечно, спасибо за внимание. Могу сказать, что сегодня была аудитория, ну, просто вот огонь. Вы были очень открытые, вы задавали вопросы, иногда даже такие каверзные. Но я люблю такие каверзные вопросы. Если бы у меня было чуть больше времени, мы бы с вами, может быть, даже подискутировали. Но именно в споре, ребят, рождается истина. Поэтому спасибо каждому, кто высказал свое мнение, кто написал, кто был на связи. Всем хорошего вечера, всем потрясающего января и всех с наступающим праздником Крещения, да, вот, кто пойдет в прорубь, ребят, вы молодцы. Все, всем большое спасибо, всем пока-пока.